первомайской демонстрации приняли участие 65 тысяч человек. Колонну возглавил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Вместе с горожанами по улице Красной до Казачьей площади прошли председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко, вице-губернаторы и мэр кубанской столицы Евгений Первышов. Глава региона отметил, что праздник 1 мая одинаково любим всеми поколениями жителей края и по праву считается всенародным. Смотрите, сколько много людей. Притом принцип обязаловки уже давно ушел в прошлое, а люди идут в настоящем. И я уверен, будут идти люди в будущем, потому что это тот праздник, который по-настоящему любим жителями нашего края. И на самом деле праздник души, мира, добра. Праздник замечательный. Праздник, когда нет расслоения социального, определения там, по возрасту. У всех одна общая задача – быть вместе. Под флагами и знаменами прошли представители предприятий, профсоюзов, общественных движений, политических партий, ветеранских сообществ. В этом году все трудовые коллективы построились в соответствии с причастностью к реализации национальных проектов в три больших блока – человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономическое развитие.